следующий гость приехал на этот концерт из Алматы. В эти дни он должен находиться в Казахстане, потому что входит в состав жюри престижного международного вокального конкурса. Но ради этого концерта, ради Наили Ханум, он бросил все и прилетел в Москву буквально на один день. На сцене народный артист Республики Татарстан, лауреат премии Габдуллы Тукая Фердинанд Салахов. Поехали!
Александр Альберт.